Приближаются майские праздники, впереди 4 дня выходных. Предлагаем это время провести с пользой и посетить новую выставку «Русь православная» в картинной галерее. Подробнее об экспозиции смотрите в нашем следующем материале выпуска. Новая выставка в картинной галерее называется «Русь православная. Связь времен». Она уникальна сразу по нескольким причинам. Здесь представлены работы из частной коллекции Евгения Ткачева. Такое сотрудничество коллекционера и славянской картинной галереи происходит впервые. Очень отрадно, что у нас есть коллекционеры, меценаты, потому что наравне с музейными учреждениями коллекционеры – это еще один оплот, наверное, нашей культуры. Это люди, которые собирают, пропагандируют, популяризируют, делятся предметами своей коллекции со всеми нами. Поэтому впечатления, конечно, у нас у всех только положительные. Вторая уникальная особенность выставки – все картины посвящены православию и русской культуре. Свою коллекцию Евгений Ткачев начал собирать с 2005 года. На выставке представлены, конечно, не все картины из его коллекции, но те, что здесь можно увидеть – прекрасные образцы не только российской и кубанской живописи, но и зарубежной. Здесь представлены все, как бы, не все, конечно, стили живописи, но здесь у нас представлены работы в стиле академизма, реализма, импрессионизма, есть у нас и как бы натюрморт, есть у нас и пейзажная как бы тема тоже широко представлена. Задача какая? Познакомить вас с различными школами как бы России и не только России, но и как бы за рубежа, которые учтит русскую культуру. Второе название выставки – «Связь времен», и оно дано не случайно. Здесь можно увидеть картины разных эпох. Самая старая – «Ангел молитва» – датируется 1830 годом. Есть произведения 1910 года. Ну и, конечно, современных художников. Один из них – сочинец Александр Отрошко. На выставке представлено несколько его работ. Когда он узнал, что выставка посвящена русской культуре и православию, то просто не мог не приехать в наш город, поскольку сейчас, как никогда, важно говорить о духовности, в том числе и через картины. Без духовности жить, без веры, без надежды, без любви – это нереально. Если мы не будем проводить такие мероприятия, выставки, то, наверное, это очень печально будет. Наоборот, это вот поднимает нашу тему. Это мы немножко отрываемся от телефонов, от этих гаджетов, все, и приходим к живому. Художник транслирует, делает и приглашает нас в этот прекрасный мир, посмотреть немножко его глазами. Выставка «Русь православная. Связь времен» будет работать до конца мая. Приходите, окунитесь в тонкий и прекрасный мир православия и русской культуры. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».